Всем добрый день, меня зовут Андрей Переверзев, вы на канале Круизёр. На этом канале я рассказываю об особенностях совершения речных круизов, а также делаю видеообзор российских речных теплоходов. Мы находимся на четырехпалубном теплоходе, который называется «Россия». Это теплоход люкс-класса, полностью реновированный. И здесь огромное количество кают с балконами, здесь есть лифт. Мы посмотрим все эти каюты, общественные помещения этого теплохода. Здесь, на этом теплоходе, можно отправиться в речной круиз по Волго-Балтийскому водному пути и по Волге с так называемым сценическим плаванием, в рамках которого вы не только посетите города с экскурсионной программой, но и теплоход будет проходить вблизи достопримечательных мест. Это могут быть живописные берега, острова в Ладожском и Онежском озерах. В общем, теплоход достаточно интересный. Я желаю всем приятного просмотра.
Меня зовут Валентина Дмитриевна, я директор ресторана «Теплохода Россия». Завтрак и обед у нас организован по системе «Шведский стол». Ужин у нас предзаказанная система. То есть турист на предыдущий день делает заказ на грядущий. В предзаказной системе мы даем возможность выбрать среди двух салатов. Обычно это овощной или мясной, соответственно. Три блюда основных. Это обязательно мясное, рыбное и вегетарианское. Три десерта также на выбор. Среди них какое-то пирожное и фруктовая тарелка с мороженым. Если посадка больше как бы половины допустимой, то мы организуем две смены. Если меньше, то одна.